Я хочу пригласить на сцену блистательный семейный творческий дуэт Муслима Магомаева и Тамару Синявскую. Ну, я знаю, что вы постоянные участники «Голубого огонька», чуть ли на протяжении всех этих лет существования программы. И так ли это было, что одна из программ была приурочена к вашей свадьбе? Чуть ли не вы прямо после свадьбы поехали на съемки «Голубого огонька»? Нет, это было действительно в год нашей свадьбы. Вернее, вот свадьба была в ноябре, а «Новогодний огонек» снимали чуть позже. Это было с 74 на 75 год. Почему здесь стоит гондола? Она не случайно здесь стоит. Первый наш совместный огонек, о котором потом, извините за нескромность, говорила вся Москва, значит, привлек все внимание гондолы исполнением дуэта «Теритомба», который мы пели. И тогда все узнали, что вот мы поженились. И наше первое выступление совместное было в 75 году, как раз с дуэтом «Теритомба». А эту гондолу я, будучи на стажировке в Италии, привезла в подарок тогда еще моему молодому человеку Муслиму Магомаеву. Вот она у нас до сих пор живет, и ей уже 28 лет. Существует примета на огоньке, что если находишься между Муслимом и Тамарой, надо покрутиться и загадать желание. Да, правильно я знаю русские народные всякие приметы? Ну, крутитесь. Тогда я покручусь, и я вот в этом штопоре я вас покину, оставляю вас с белым роялем. Per poterla seguire, ti dico.